Any suggestion? Hotep edne pea. Knum mes ni ojediant. Ren hu tu genet Ты не каменщик. И Амона нет в твоей Ка. Там только Анубис. Не привлекать внимание. Руфио, мы до сих пор не нашли осколки. Орден живет вечно. А ты эфемерен! Встречу с незримыми. Принесу добрую весть. Три трупа, как обещал. Остался Руфио. Угу. Он примчится сюда, едва услышит об их смерти. Гамелад теперь местный герой. Люди только о нем и говорят. Ты переживаешь? Дело повстанцев правое. Но я не раз видела, как в сражениях гибнут невинные, мирные жители. А ты говорила с ним об этом? Они мученики. Их родственники примыкают к восстанию. А что? Пожар! Выходим! Выкурим их! Выноси ее! Проход! Вожак у нас!
Сегодня стервятники попируют! Эй! Я убью вас всех. Амунет! Надень что-нибудь. Веди себя пристойно. И сумели привлечь внимание. Евреи знают о Синайском убежище. Знаю. Пожар тому свидетельство. Нам нужно найти Тахиру и Кашту. Их заперли в крепости Клостра. Я отправлюсь туда. Я осмотрю периметр. Повсюду центурионы. Встретимся на дальнем конце Клостра. Сюда меня не пустят. Шалите, Иви! Станьте! Мора! Бейнидин! Систей! Sire versus Mueris, condemo pro amici! Ultimem quod, tentaset! Jessen, Mahanahed, Waed Amunwahasu, Hirabui, Neset! Memento quod opuebus! Sire versus fueris, sic tandemo pro amici! Incumbite! Nunc honos ne descendas! Sic recuri ad mulierum terras! Hoc altemo! Ego ostendam tibi dolor! Sus fueris, condemo pro amici! Docce bovos mori, vermis! Et davo vos in consumation! Vesores cultus, non dius! Да хранят тебя боги.
Кто-то тут есть. Совсем рядом. Пенфа Шедеки! Сестри! 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 Сестру! Это он мовере! Терчу! Пакет и нунг! Терчу и нунг! Солите Иви! Бэк! Давай, Тахира, я вынесу тебя отсюда. Я не могу. Дай мне лук, и я буду сражаться до смерти. Хватит себя хоронить. Ты нужна незримым. Мое тело горит. И только кровь римлян успокоит эту боль. Владык Дуата, приведи меня в поля Иалу. Тахира, будь со мной. Держись, не сдавайся. Мир меркнет перед глазами, Байк. Кашта еще в крепости. Спаси его! Я в порядке. Баек, хвала богам, ты здесь. Крепость строил сам Осирис. Это безумие. Тахира сильно обгорела. Я боюсь за нее. Ее забрали. За мной. И готовься к бою. Нужно убираться. Римляне вот-вот объявятся. Иди за мной в лагерь. Тяжело видеть Тахиру такой. В лагере мы ей поможем. Нек, боги, за что? Не забирайте мою сестру! Нужно найти предателя среди незримых. Кто допустил такое? Все дают клятву. Нас обвели вокруг пальца. Все? Уверен? Никому нельзя доверять. Наша мудрость угасает. Тоже было с Брутом и Кассием. Чем больше о нас знают, тем хуже для нас. Ну, будем молиться богам, чтобы Тахира выжила. Без нее на Батее придется худо.
Нужно вернуться к Тахире. Почти пришли. Великий Амон, смилуйся. Я подвела тебя, Байк. Нет, ты никого не подвела. Твоя верность крепка, как горы. Мы создали то, во что я верю. Ты была первой, кто принес клятву. Ты спасла многих. Ты незримая. Сохрани наше кредо. Убью каждого. Всех римлян! Ты отнеси Тахиру в горы, туда, где ее можно достойно похоронить. А мы
Продолжим. Мы убьем Руфио. Смерть Тахира расставила все по местам. Пора убить Руфио. Синайское братство на грани уничтожения. Он у каменоломни? Нет, в Арсеное. Скорее всего, он на своей Октареме. Он умеет защищаться и вселять истинный ужас в сердца людей. Где не справились полководцы, я преуспею. Ноги моей не будет в проклятом краю, но дикари склонятся предо мной. Но время есть и добрые люди. Что в Мемфисе? Незримые держатся. Но пока нет фараона, мы в беде. Я боюсь, что наши храмы продали. А еще есть Клеопатра. Она принесла величие Александрии. Тут я не спорю. Меня волнует войско ее любовничка. От Марка Антония воняет тирании Цезаря. Да и от Руфио попахивает. Да, на весь Синай. Так что надо встретить его как следует. Огнем! Икро... Баек! Баек! Скорее помоги нам! На деревню напали! Во имя Амона, ты меня знаешь? Грязные наботы! Прочь с римской дороги! Настоящая резня! Защищай наботеев! Безумие! Зачем им мирные жители? Что-то не так. Проклятый огонь. Прямо в огонь.
Бой окончен. Пора убить того, кто отправил этих солдат. Иди, янда хихерия ушему. Меня не должны здесь заметить. Тахиру! Ты меня не сломаешь! Замолчи, Руфио! Ты даже не человек, ты букашка! Незримым конец! Ваш орден падет! Токебол возмори, Вервис! Non muovere! Зачем вы лезли в мои планы? Незримые никогда не дадут Ордену Древних вздохнуть спокойно. Так это правда. Незримые существуют. Процветаем. Странно, что цели у нас одни.
мир, порядок. Но жить будут наши идеи. Убей меня. Но мы останемся. Цезарь установил порядок, прежде чем твоя трусливая жена пырнула его в спину. Наша сила горит в тенях. А тени создаем мы. Незримый упокоит тебя. Анубис ждет. Руфио мертв. Нужно сказать ему нет. Она порадуется. Мир продлится, пока Рим не пришлет нового. Конца этому нет. Незримые должны научиться выживать так же, как Орден. Есть более насущная проблема. Гамелад. Люди смотрят на него, как на бога, и восхваляют все, что он делает. Он сражается за свободу. Мы с тобой видели бойню. Я говорила с жителями. Такая резня здесь не редкость. Каждый раз мятежники Гамелата задевают римлян. Повстанцы прячутся среди мирных жителей, и ответ римлян достается самым уязвимым. В бою гибнет много невинных людей. То есть он делает это специально? Именно так появляются мученики, а их семьи мечтают отомстить римлянам. То есть он устроил резню, чтобы набрать больше народу? Это уже не в первый раз. У его мятежа ужасная цена. Он же друг. Вспомни. Клеопатра была мне больше, чем другом. И я так ей доверяла. Ты помог мне прозреть. Я с ним поговорю. Гамелату удалось меня поразить. Он что, поднял мятеж ради собственного могущества? Вряд ли. Скорее, он настолько верит в это восстание, что не думает о цене. Он и впрямь считает жертв мучениками. И забывает, что лишил их выбора. И это работает. Когда римляне пришлют нового генерала, он вновь так поступит. Я не убью тебя! О!
мне не справиться! Но! Скажи о жизни в Риме. Чудесное место. Интриги, предательство, коррупция. Ха. Лучший город для незримого. Ха. А я-то ждал рассказа о винах. Вина там хорошие. Загляни как-нибудь. Попробуем вместе. Может, и загляну. Впереди. Его окружают повстанцы. Для них он бог. Нельзя драться с ним у них на глазах. Пал Руфио! И так же Рим падет! Как же ты молод, а? Подходи, солдат, посмеемся! Не с чего мне смеяться. Ух ты! Какие мы серьезные! Зачем же ты пришел? Почтить моего отца, убитого римлянами. Неп, где твой вождь? Гамелат на охоте у оазиса. Руфио заточен в Дуате. Я поговорю с Гамелатом. Останься здесь. Придержи мятежников. Победи. Гамелат. Надежда на Батеев. Придется их всех разочаровать. Баек! В чем дело? Это ты виноват в бойнях. Погибло множество людей. Я показал людям истинную жестокость римлян. Благодаря мученикам многие воины продолжили бой. Мученики? Что стоит жизни деревенских жителей перед всеобщей свободой? Горстка деревенских жителей? Им не дали выбора! Баек, ну что за чушь? Мы на одной стороне! Нет. Мы будем биться. Да будет так. Ты станешь великим мучеником. Ты хорош незримый, но у меня самый крепкий щит на Синае. Кончено, Баек! Я побеждаю! Тебе не победить, незримый! Проклятье! Пойдемте, я совсем этого не хочу! Пора покончить с этим! Нет! Гори, Баек!
Твои обвинения сгорят с тобой! Ты станешь светочем восстань! Придется чинить. Свобода не должна вредить жизням невинных. Они имеют равный вес. Мое сердце пора возложить на весы Анубиса. Твой пыл заставлял его биться слишком сильно. Безвинных нужно всегда защищать. Страсть солнцем сияла в моих глазах, слепя их. Ты правильно поступил. Я принимаю смерть. С этого дня незримые не поднимут клинка на невинных. И да будет так. Да найдешь ты покой в Дуате. И пусть незримые живут до скончания дней. Величайший предводитель Гамилат мертв. Но память о герое останется в сердце Синая. Убийцы миллиона мучителей. Гамилата. Божественной стрелы больше нет. Разрушим их грезы. Пускай чтут героев. Пока о незримых позабыли, и это нам на руку. Гамилат умер ради высшей цели. Больше никаких лишних жертв. Эй, мы не ошиблись? Наше убеждение. Мы обязаны передать всем, кто принес клятву. Пусть познают истинное кредо. Незримые рассредоточатся от Петры и до Иудеи. Навеки. Кредо должно будет пережить нас. Кредо должно быть превыше всего. Вернувшись в Рим, я буду говорить не о героях, а о дисциплине и стойкости. Амунет, наставница этого братства. Наш дух неугасим. А клинки неутомимы.
Мы не ошиблись. Thank you.